270 грантов для молодежи и 240 для социально уязвимых слоев населения. Повысить предпринимательскую активность власти пытаются за счет создания новых производств. Для этого желающих обучают на курсах «Бастау бизнес» и помогают открыть собственное дело. О мерах по повышению предпринимательской активности рассказали на аппаратном совещании в областном акимате. Тему продолжит Антон Александров. 576 человек направлено на обучение по востребованным специальностям по заявкам работодателей. Такую практику внедрили в прошлом году. Теперь выпускников будут обучать по запросам конкретных производств. В общем, 168 человек уже завершили обучение, из них 64% приступили к работе. Трудоустраивать чиновники активно намерены и в рамках проекта по развитию предпринимательства. В рамках данного проекта планируется в текущем году охватить порядка 31 тысяч человек. По итогам 8 месяцев охвачено 22 тысячи человек или 72%. Из них трудоустроено 89 или 19 тысяч. В рамках содействия предпринимательским инициативам осуществляется обучение желающих по проекту «Бастау бизнес». На сегодня 2044 человека уже направлены на курсы. 1246 человек завершили обучение и получили соответствующие сертификаты. Между тем, для развития собственного дела в этом году планируют выдать 510 грантов. 270 из них предназначены для молодежи и 240 для представителей социально уязвимых слоев населения. На молодежную практику на сегодняшний день направлено уже 97% от плана, на социальные рабочие места также исполнено на 103%, и общественные работы на сегодняшний день направлено более 147% от плана. С текущего года делается основной упор на трудоустройство, на общественные работы в частный сектор. В этом году стартовал новый проект «Серебряный возраст». Он направлен на трудоустройство безработных предпенсионного возраста. С начала года уже 129 человек смогли найти свое рабочее место. Антон Александров, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.